Привет! Вы на канале Криптонация Лайв, и это проект iDAP. Погнали! Криптовалюты входят в нашу жизнь очень стремительными темпами. И с каждым днем все больше проектов, которые хотят расширить инструментарий для работы с криптовалютами. Но есть ли надежные и хорошие проекты, которые позволят это сделать каждому клиенту, независимо от того, где он находится? И сегодня мы поговорим именно о таком проекте. Это проект iDAP. iDAP – это международный проект цифровых активов, позволяющий торговать криптовалютными деривативами из любой точки мира. Где бы вы ни находились, главное, чтобы был только интернет. В данный проект входит биржа, десктопное приложение, имеющее расширенные инструменты для реализации и инвестирования. В проекте могут объединяться люди и фирмы, которые хотят управлять рисками или определять прибыль после рисков. Команда проекта стремится быть маркетплейсом различных криптовалютных деривативов для покупателей и для продавцов. iDAP – это экосистема, которая является собой ответ на пробелы, которые сформировались торговым сообществом, занимающимся криптографическим обменом. Главная миссия данного проекта и команды заключается в том, чтобы расширить выбор криптографического сообщества за пределами спотовой торговли и способствовать разнообразию не только продуктов, торгуемых на рынке, но и участников, которые торгуют этими продуктами. Токен iDAP – это утилит-токен стандарта ERC-20, который основан на блокчейн-цепочке Ethereum. Он является неотъемлемой частью платформы, с помощью которого каждый клиент сможет рассчитываться за услуги и для совершения транзакций. Возможности токена. Скидка в торговой комиссии, 50% постоянная скидка на комиссию за торговлю при оплате в токене iDAP. Плата за управление и листинг. Пожизненная плата за торги для участников ICO, покупающих 20 тысяч или более токенов iDAP. 20% жетонов iDAP, полученных в качестве сборов, будут сожжены до тех пор, пока предложение не достигнет 500 миллионов. Символ токена iDAP, стандарт токена ERC-20. Общий объем выпущенных токенов 1 миллиард. Софткап проекта 200 миллионов токенов. Хардкап 750 миллионов. В команде проекта присутствуют настоящие профессионалы, которые имеют академическую базу в сочетании с длительным опытом реализации на наилучших мировых биржах. Сотрудники iDAP – биржа-платформа для реализации с заниженной задержкой, но с повышенной доступностью. iDAP – это экосистема, которая станет важным решением для каждого трейдера. Пользуясь всеми преимуществами обычного рынка и дорабатывая данный рынок, при этом учитывая особенности криптовалют, проект станет стимулировать рост криптовалютного рынка в нужном направлении. Благодаря данному проекту и большому предложению его продукции, команда будет привлекать множество трейдеров по всему миру, расширять пул клиентов, повышать ликвидность и расширять сам рынок. iDAP – международный проект цифровых активов.